Глинтвейн. Раз. Глинтвейн. Бывает еще и безалкогольно. Но вообще, он еще и очень согревает. Наш напиток сбитый. Каждый день к Грише прилетают пчелы от хозяйки. Одно они приносят для Гриши самый лучший абхазский мед, чтобы мы смогли отведать божественный напиток, посланный нам с божественным просто началом. Сбитень собьет вас с ног просто невероятно. Реклама лучшего сбития от Гриши. Всех прошу в палаточке. Прекрасно, сбитень. Дальше. Наш напиток ватный. Ты еле стоишь на службе. Все слова батюшки придавливают тебя к земле. Мысли разлетаются в мечтах о кроватке. Каждый человек тебя чем-то раздражает. Дерево не может устоять. Иду к Григорию и знаю, что надо. Кофе латте! Латте! Абсолютно разным. Ванильным, карамельным, лавандовым, со льдом, без льда. Каким угодно. Он прекрасен в любом виде. Ты чувствуешь заряд бодрости на целый день. Пряное ощущение разливается по твоему рту. Ты чувствуешь этот божественный вкус и говоришь: «О боже, Григорий, спасибо за латте!» Объявляет, какая команда покидает нас. Они могут отвернуться. Или вы хотите развернуть, зависит это я. Скажите мне на ухо микрофон. Ну, я бы сбить не купила. Я протестую против этого решения. Есть еще какие-то варианты у вас, кроме сбить? Нет? Капучино. Я даже не знаю, как поступить. Мне с вами еще работать. Но сбитень-то хотя бы был оригинальным. Вон сбили мою сестру. Там как-то надо. Ну, я не знаю, есть правила. Давай четвертую матушку просто. Это тоже вариант. Все, окончательный вариант. А может, Гришу спросим, какой, чем он понравился больше всего, нет? Гриш, тебе что понравилось больше всего? Сбить? Все, ладно, все, сбитень, аплодисменты сбитень, уходит команда, которая была сбитень.